Привет из Коми, привет от Олега. Ребят, очередной выход в тайгу на Альбатросе. И сегодня будем испытывать, ну, уже испытали. Это пробный выезд с этими санями, вот. Которые я на днях купил. Вот как это все смотрится. Перед этим я покупал другое корыто, которое мне показалось поменьше. И я вот купил вот на 10 сантиметров больше и шире. Тулана вот сегодня катаю. Ну сейчас поедем мы, конечно, доску. Он будет бежать. Он за мной будет бежать. Самое главное, испытали, он хорошо влезает в эти сани, во-первых. И никакого дискомфорта, наверное, не будет чувствовать. Ну, одним словом, покатаемся, погуляем. Еще, может, целину заеду, по целине попробую, как проедет. Ладно, приятно вам посмотреть. В общем, ребят, по полю, там, по чистому месту еще более-менее держал, а в лесу ни хрена не держит. Ладно. Тула. Заехал в целину, попробовал. Надо там еще на дорогу попробовать. А в лесу снег, знаете, совсем разный. Где-то место попадает. Собаку держит, во-первых. И во-вторых, даже я встаю на снег и не проваливаюсь. А в основном снегу вообще не держит. Я думал наоборот, сейчас тук-то упала и снег лучше держит, да нифига. Еле проскочил половину пути, даже
пришлось рядом идти. Вот он гуляет. Ладно, едем дальше. Видели, как по пустырю хорошо идет. По болотам на ночь. Легче, наверное, развернуться и обратно поехать, потому что до туда я не знаю. Придется мне пешком идти, в общем, пока снег не держит. Чапает только. А? До туда лыжня была, хорошо шла, а здесь уже целяк, все, утопил. Кашу утопил, не хочет. Да? Не, развернусь, ребят. Я замучаюсь и технику замучаю. Легче развернуться. Так.
что, покатушки продолжаются. Сейчас проехал по старым следам, где я прошли, разбуксовал. По буранице вообще идеально идет. По снегу нет. Только чисто по буранницам ездить. Фух. И скорость самая то. Собака прям не отстает ни на метр. Прям за санями бежит и все. Хочу посадить, чтобы, ну, он сам садился, не хочет. Вот. А в общем, скорость самая то, чтобы вот, скажем, за деревню я на санях буду его возить. А в остальном он будет дома бежать. Не отстанет. Сейчас еще дальше проеду. Цедину уже, наверное, лезть не стану. Бесполезно, хотел еще покататься. Не едет. Что по чистому месту не проехал, что по лесу одинаково. Держит снег. Не держит, вернее. Без поводка сидит. Понравилось? Там его взял. Даже не выпрыгивает. Идти? Ну, Тула, понравилось тебе? Ну вот, все, дальше не поедем. Все, ребят, дальше не поедем. Корыто испытали. Вообще,
идеальный размер. Идеальный размер, ширина, длина, высота. Все меня устраивает. Я могу здесь и груз возить, и собаку возить. Вон он, бездельник наш. Да? Чего? Сейчас просто здесь немножко побуду еще. Жалко, что термос не взял. Ничего с собой не взял сегодня. Просто хоть на природу посмотрю. И дальше путь. Долго здесь быть тоже сегодня. Минус 25 градусов на улице. На улице холодно. На реке вообще ветер. Здесь более-менее тайга защищает от ветра. Вот какая красота. Просто обалдеть. Нравится здесь мне находиться. Недалеко, во-первых. Красиво, река. Все как надо. Давай проверь речку. Сразу к реке пойдет, в первую очередь. Любит он возле берега ходить, там выдры, тыры-пыры. Ох, снег глубокий. Да, с вами. Вот такие дела. Даже пока не знаю, на какой канал я это выложу фильм. Будни Олега или на природе в коме. Буду думать, решать. Возможно, даже будни Олега. И дополнительно еще поснимаю на смартфон небольшой ролик на будни Олега. Отдельно хочу поговорить про эти сани, размеры, все там озвучу. Мне собаку начал держать снег. Чуть-чуть проваливается, но идет. Это не то, что прошлый раз, когда он по уши тонул, а сейчас вот именно ходит, может ходить. Потихоньку может идти. Еще чуть-чуть и вообще идеально будет держать собаку. Вот так. Ладно. Примерно так, ребят. Перекур небольшой и обратно поедем. Короче, идет операция спасения тулана. Сейчас пока болтал на смартфон, там тоже снимал немножко. Этот бездельник взял и сходил к реке, вон там все открыто. Ключ выходит, там чистая вода. Прямо из-под берега, вот тут. И этот поворот, везде все выходит. Если колодец здесь выкопать, наверное, вода придет. Где-то метров 4 высотой, глубиной. Вот не может подниматься сейчас. Лок! Оставлю волкам. Поставлю волкам тебя. Здесь спустился. Снег рыхлый. Упора нет. Не может потом подниматься. Опа. Лок. Тула. Вот сейчас может схватишься. Лок, 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 лок. Лок-то че? Лок. Лок, где? Давай, 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 давай. Лок, давай, спасем тебе. Лок, лок, давай еще раз гон. Тула. Лок, лок. Лок-то че? Лок, давай. Если прыгнет. О, все. Почти сам смог. Просто ему оттолкнуться невозможно. Там рыхлый снег. Так-то кобыли, они крепкие, сильные. Ну а сучки выносливее, чем кобыли. Кобыль, конечно, он крепыш. Но по выносливости сучки на высоте. Весь кайф, наверное, я вам обломил, ребят. У меня, оказывается, бля, объектив весь в опилках. В кармане был этот. Ой, что поделаешь. Такой файл в звездах, наверное, вы посмотрели. Блин, извините, если что. Я не знал, я просто быстро-быстро включил. А сейчас вот повернул на себя и вижу, блядь, все в опилках. Вот так бывает много чего. И теряешь хорошие файлы, теряешь много интересных моментов в тайге, когда снимаешь. То камера не включается, то в основном выключается, разряжается аккумулятор постоянно.
А сейчас вот тоже объектив весь в опилках. Так, ну, развернуться надо здесь, поеду вот сюда. Тырым. Там у меня площадка, здесь я на снегоходе заезжал, поэтому я сюда заехал. А так-то просто беспомощный, чтобы... Мне просто, знаете, вот хочется между деревьев погулять. Вот жду не дождусь этого наста, когда он будет. И просто кататься, тупо просто кататься вот на природе там. Он как велосипед, везде ты залезешь, везде проедешь. Ширина-то 60 сантиметров. Маневренный такой. Вот, а сейчас просто я никуда не смогу. Вот валежник лежит, вот. Просто лежит. И, блин, что-то вот тоже надо было, конечно, когда здесь лесорубы работали, на Буране или на УАЗике приехать, здесь столик организовать. И у меня мечта здесь еще столик поставить. У меня несколько столиков уже в тайге там раскидано. И здесь вот еще хочется просто столик и одну лавочку просто поставить. И у меня здесь лавочка-то есть. Но еще дополнительно хороший столик. Просто чтобы удобно там с термоса чай попить, посидеть. А здесь у меня лавочка так под снегом лежит. Сижу и вместо столика, ну, в принципе, там 5 минут перекурят, и он вполне достаточно. Ой, бля, пальцы замерзли. Вот так выхлоп греет. В отдельном фильме я озвучил насчет этого, этих саней. Сани хорошие. Понравились. Вот это для меня, вот это по душе эти сани подошли. Рыбацкие сани S5. По ширине, по высоте и по длине. Вот для западносибирской лайки, чтобы возить его, этого рослого мужика. Самое то. Что-то буду переделывать, доделывать, конечно же, эти полозья сделаю, и здесь что-нибудь, может, фаркоп, дышло, это в будущем, может, тоже буду делать. Посмотрим. Посмотрим. Еще замерзло, капец. Пока все хорошо. Сейчас немножко пальца погрею и дальше поедем. Ну, обратно уже поедем. Погуляли и хватит. Добыли пальцы. Вот так вот. Блан. Лаквалы. Бездельник. Собака всегда теплый. Вот так вот. Любимчик наш. Блан. Ты как? Ты комната? Вот хитрый. Сейчас вот в сторону дома повернем, он, ты ему станешь не другом и вообще ни братом, ни сватом. Он тебя не будет видеть, не знать. Главное быстрее убежать от Олега и по девкам. Да? А сейчас он такой. Спас я его. Да. Мог бы тебе волкам оставить. Сожрали бы тебя волки. Волки не церемонятся, они сильные, они звери сильные, хитрые, и лапы мёрзнут, дождельника. Вон, корыто садись. Все, сыча, тулан, все. Не хочет. Вот, ладно, поедем обратно. В принципе, немножко поснимал вам. Сейчас там развернусь и... Делать больше нечего.
посадил бездельника. Без поводка сидит. Ладно, идем. Вот такая пурга начинается. Снег идет. Деревья. Пухляк. Не вписался, блин. Может даже лучше, если фартук тут этот дышло. Ну сиди, поехали. Пыли. Что-то он туда смотрит серьезным взглядом. Что-то услышал или что? Посадил его на цепь. Все, дальше уже без остановки мы поедем. Тут осталось немного. И если я сейчас его не посажу на цепь, может в любой момент убежать. Сейчас гляну, сколько сегодня тратил уже топлива для интереса. Смотрим. Короче, ребят, меньше половины бака осталось. Меньше половины бака. И как я понял, если дать ему нагрузку в селяк, чуть нагрузка, он просто очень даже неплохо жрет топливо. Хоть это четырехтатный. Но будем считать, сколько там проехал сегодня. В одну сторону 5-10 километров примерно в пути будет. 10 километров. Нет, что-то, ребят, расход топлива что-то раньше, первые дни, у меня расход топлива меньше было. Сейчас еще надо съездить до первой избы, и там посмотреть, какой расход топлива будет, туда и обратно. У меня литр 800 шло по готовой буранице. А здесь, ну вот по целине, когда едешь, он прям очень даже сильно топливо
Есть, это двигатель. Короче, с расходом топлива пока непонятный для меня. Но на мой взгляд, он стал больше жрать. Больше жрать. Обкатку прошел, и наоборот, у меня что-то где-то расход больше стал. Интересно. Вот. Ну что, план у меня лежит. Вот так устройство, смотрите, какой он огромный. Корыто. Самое то для этого. Ну и не выпирает, скажем, вот. Здесь чуть-чуть 5 сантиметров вышло, и здесь чуть-чуть этот. Потому что, ну, один в один вот с этими санями по ширине. А дно также он 40 сантиметров, или 45 сантиметров, наверное, шириной. Ну, как передние вот эти сани, что вот сейчас я купил, одинаковые. Вот. Ну и ладно, ребят, будем заканчивать вот такой небольшой поход. Сегодня самое главное, я проверил сани для дальних походов, чтобы тулана с собой брать. Чаще буду выходить в тайгу и уже с туланом. И у меня уже две сани. Так что ждите новые фильмы. И интересный расход сейчас у меня. Что-то не то пошло. Как-то куда-то топливо больше начало жрать двигатель. Все как будет, уже в дальнейших фильмах я буду рассказывать, показывать. А сегодня все, ребят, пока. Я сейчас поеду обратно домой. Здесь уже снимать нечего. Вот такое кино сегодня получилось. Пока. Ребят, я уже дома. Немножко добавлю насчет расхода. Но от Чилы сегодня проехал я 10 километров. 5 километров в одну сторону. Я могу ошибаться. Но пускай 11 километров будет. Общее. Дальше, наверное, больше не было. Потому что до туда. Да, примерно так и есть. Примерно так и есть. Грубо говоря, 11 километров. Пускай 11 будет. С запасом уже. 11 километров. Сейчас я заправил полторашку. Полную полторашку. Вот. Ну. Примерно вот до сюда было полторашка, вот полную полторашку заправил. И еще заправил вот где-то, ну, 200 миллилитров. Получается литр 700. Я сегодня сжег на 10 километров. Литр 700. Прошлые походы я литр 800 на 30 километров шло топливо. Сейчас литр 700 на 10 километров 11, грубо говоря. Вот такой расход. Пишите, комментируйте, это нормальный расход или нет. Ну, чуть-чуть побуксовал, но это не так много. В основном я шел по накатанной дороге. Вот. Ну, литр 700 на 11 километров. А здесь у меня буран стоит. Вот это техника, понимаю. И у меня капот откинут. Я хочу еще добавить шайбу. Ведомый вариатор. Но сейчас на улице очень холодно, и ремонтом занимается. Просто никакого интереса у меня нету. Вот. Ну все, ребят, теперь уже все. Всем пока.